Гималаи всегда привлекали взоры любителей приключений и искателей истины. В конце 60-х Непал открыл свои границы для туризма, и туда потянулись первые путешественники. Это маленькое горное королевство встречало их магией ритуалов, внушительностью буддийских святынь, рассказами о просветленных мастерах, достигших совершенства. Создавалось впечатление, что за каждой дверью раскроется тайна, а великого йогина можно встретить прямо на улице. В 1968 году в Катманду в свадебное путешествие приехали молодые датчане Ханна и Олли Нидл. Они мечтали найти учителя. Мы встретились с ним в конце 60-х. Тогда мы дважды приезжали в Непал. Первый раз мы только слышали о нем. Мы покупали там разные штуки. Какие-то непальские и тибетские сувениры. Немного гашиша тоже. В те времена он не был запрещен. Олли и Ханна принадлежали тому поколению европейских идеалистов, которое в 60-е открывало новые уровни сознания и жаждало штурмовать социальные устои. Дипломная работа Олли по философии была посвящена психоделическим аспектам творчества Олдоса Хаксли. В то время мы были как хиппи, экспериментировали с психоделиками. Но в тот день мы ничего не принимали и были в ясном сознании. Для многих самое священное место Катманду – ступа Сваямбху. Непальцы называют ее храм обезьян. Давным-давно она сама собой возникла здесь, на острове, посреди огромного озера. Просветляющее влияние бесчисленных Будд и великих учителей здесь особенно ощутимо. Зимой 1968-го мы приехали снова, прихватив с собой кучу подарков. Пришли к одной милой, замечательной женщине по имени Будда Лаксими Лама. И она сказала: «Сейчас мой лама Лопен Цэ Чуринпочи здесь. Вы можете увидеться с ним». Мы вошли во двор его дома, похожего на крепость, впрочем, как и все дома в этой части света. Миновали шест с молитвенным флагом, рассеивающим по ветру добрые пожелания. Прошли в дом, встречая по пути людей в монашеских одеяниях.
Поднялись на второй этаж. Свернули направо. Увидели его обувь. Сняли свою и зашли в комнату. Он был там. Он был очень открытым и добрым. Он слышал о нас. Его радовало, что нам интересен буддизм. Он держался очень просто и непринужденно. И вдруг я обнаружил, что, глядя на него, я могу рассматривать обои на стене за его спиной. Это было странно. Он был совершенно нормальным джентльменом, но почему-то прозрачным. Мне хотелось убедиться, что это не гипноз. Я достал из кармана большой коробок датских спичек. Тогда я курил трубку и носил с собой спички. Большой деревянный коробок по-датски основательный и весомый. Я поднял его и держал вот так перед собой. Если бы это был гипноз, если бы лама как-то воздействовал на мой мозг, коробок тоже бы стал прозрачным. Но он был совершенно обычным, а лама все еще прозрачным. И я подумал, нет, это слишком. Проверил еще пару раз. И когда я глядел в сторону, лама был непроницаемым. Но стоило мне взглянуть прямо на него, он вновь становился прозрачным. Меня это зацепило, взволновало всерьез. Он нечто особенное, решил я. Ханна тоже была под большим впечатлением. Нас посетило желание склонить головы, чего мы раньше никогда не делали. Мы склонились, и он положил руки нам на головы. Потом, я даже не помню, как мы вернулись домой. То ли на рикше, то ли пешком. Наше сознание словно взорвало от ясного света, который он вложил в нас. Лама все время присутствовал.
В ту ночь нам снились невероятные сны, как будто кто-то вытащил всю нашу прежнюю жизнь и вытряхнул ее перед нами на стол. И особенно не очень хорошие вещи, в том числе и не лучшие наши поступки. Я часто дрался, побил много народу. Мне нравилось затевать драки в ночных барах. Пусть я дрался всегда честно, не бил ни слабых, ни тех, кто сдавался, но все-таки я многим причинил боль. Иногда мой противник после драки выглядел так, будто его переехал грузовик. Не слишком приятно было все это видеть снова. Проснувшись, мы схватились за головы. Несколько дней ушло на то, чтобы все это переварить. Впервые мы вынуждены были заглянуть в собственный ум и обнаружили все, что мы вкладывали туда на протяжении предыдущих лет. Всю эту мешанину. Это было именно то, что нам нужно. Мы были очень гордыми. Думали, что все знаем. А он был так искусен. Мы снова пришли к нему. Он был очень сердечен и сказал: «На случай, если что-нибудь произойдет, я даю вам мантру». Он дал нам очень полезную мантру и добавил: «Я буду держать вас в своем уме». И действительно, мы вернулись домой, и понеслось. И у нас, и у наших друзей начались проблемы. Полиция стала присматриваться к нам намного пристальнее, чем раньше. Раньше они просто ожидали от нас проблем.
А теперь уже явно искали гашиш. Им что-то удалось найти. Кто-то сообщил о нас. Вследствие чего правительство пригласило нас пожить в какой-нибудь симпатичной камере в качестве его почетных гостей. Там-то благословение Ринпоче нас и настигло. Пребывание в тюрьме – лучшее, что могло произойти. Там мы начали медитировать. В тюрьме был один парень, довольно умный, который почему-то стал профессиональным вором. Он просто очень любил воровать, иногда попадался. Я сказал ему: «Послушай, тебе нужна медитация». Я и сам не знал, что такое медитация. Но помню, что сел вот так, и вдруг как будто взлетел в воздух. Я не чувствовал собственного тела. Я не понимал, что это такое, но по-настоящему этим наслаждался. Очень-очень сильно. Вот такое было начало. Он никогда не грозил пальцем, мол, вы не должны делать этого. Он был так искусен. Он дал нам длинную линию, и мы поняли, что все, что происходило с нами до этого, было бессмысленно. И что важно, мы чувствовали его доброту. Она все время заполняла нас, и он был просто изумительным. Прежняя жизнь, психоделики и драки – вскоре навсегда были забыты. Оля и Ханна остались в Гималаях, чтобы учиться и медитировать. Они хотели стать бодхисаттвами и узнать свой ум для блага всех существ. Я думаю, с тех пор Лопен Цечу Ринпоче никогда не покидал нас. Так началось сближение западного идеализма и глубокой восточной мудрости. Встреча с Лопен Цечу Ринпоче не только перевернула жизнь Оли и Ханны, она открыла путь для духовного развития десяткам тысяч людей по всему миру. Ринпоче родился в 1918 году в бутанском городе Пунакх. Свои ранние годы провел в деревне Норбуганг. Бутан – уникальная буддийская страна. Буддизм для бутанцев – образ жизни. И сегодня жизнь течет здесь почти так же, как 100 или 400 лет назад. Мало что изменилось.
Последние дни беременности мать три дня делала подношение Тае. Настали роды, и ребенок появился на свет. Разрезали пуповину, соединяющую мать и ребенка. В воду для омовения из пуповины закапала не кровь, а белая, похожая на молоко, жидкость. Мать попробовала. И по вкусу это тоже напоминало молоко. Она подумала, может, это какой-то особенный ребенок. Но я не великой учености и разбираюсь только в мирских делах. Но, наверное, это очень хорошо. А затем потребовался лама. Не знаю, как его звали, ведь ребенку было нужно имя. Когда тот лама шел проводить церемонию отрезания волос новорожденному, при этом надо произносить некоторые слова, другие ламы в храме начали трубить в раковину. И тот лама подумал, это очень благоприятно. И нарек его именем Тамчо Гьялцен, победное знамя истинного учения. Лопен Цэ Чурос как обычный бутанский мальчик. В Гималаях есть традиция узнавать высоких учителей еще в детстве. Такие перерождающиеся ламы по-тибетски называются тулку. Но Ринпоче не был узнан как тулку, хотя всем окружающим очевидна была его необычность и, в особенности, исключительно доброе сердце. Когда Ринпоче было 10 лет, чума распространилась в Бутане. Она затронула также и этот район. За две недели множество членов семьи Ринпоче умерло. Умер и его отец. Мать Ринпоче неожиданно осталась одна, с тремя маленькими детьми. Ринпоче, его маленькой сестрой и братом. Чума еще бушевала в этой округе, и оставаться здесь было не лучшим решением, в том числе и из-за финансовых обстоятельств. Ведь отец и все члены семьи скончались, и мать Ринпоче решила ехать в Непал. Четверо, мать, трое маленьких детей, пешком пересекли Гималаи, пришли в Тибет, и уже из Тибета они перешли в Непал.
Это было действительно опасно, большой риск. Следует вспомнить о высоте гор, о диких животных. У них не было ни еды, ни денег. Это было очень трудно для Ринпочи. Он всегда говорил мне, «Неважно, как далеко нам ехать и как много усилий нам надо приложить в этом путешествии. Это несопоставимо с тем первым путешествием, переходом из Бутана в Непал». В Непале жил дядя Лопен Цечу, великий йогин Шерап Дорджи Ринпоче. По приглашению непальского короля он уже 12-й год восстанавливал ступу Сваямбху, самую древнюю на земле ступу, к тому времени сильно обветшавшую. Дядя обучил юного Ринпоче всем буддийским наукам. Годы, проведенные в отшельничестве и совместной медитации, наделили Лопен Цечу способностью проникать в природу явлений. На своем пути практики буддист постепенно узнает, что его ум изначально безграничен и свободен от препятствий. Не осознавая этого, мы воспринимаем все как реальное. Цепляемся за то, что нам приятно, стремимся любой ценой избежать неприятного, и потом мечемся, совершаем ошибки и попадаем в ловушку страдания. Если же раскрыть вневременные качества ума, видишь, что высшая истина есть высшая радость. В своем прежнем перерождении я, друг по Ринпоче, носил имя Шерап Дорджи. В высшем смысле Лопен Цечу был тогда моим сыном. И когда уже в этой жизни я был совсем маленьким, Цечу Ринпоче, благодаря своим особым способностям ясновидения, узнал меня и представил Чицангу Ринпоче и Гьялу Кармапи 16-му. С малолетства он обеспечивал меня всем необходимым, давал поучения, заботился. В прошлой жизни он был племянником, а в этой жизни он стал моим воспитателем, отцом и матерью. И всеми теми качествами, которые я обрел на пути моего развития, я обязан ему. Он был моим ламой. Такова наша связь. Ринпоче был сведущ в разных традициях. Сакья, Келук, Кагью,
Нима. Он прекрасно знал все учения и практиковал медитации. У него не было разделения между последователями разных традиций. Я такой, он сякой. Тот плохой, я хороший. Он находил лучшее в разных традициях и общинах, и затем осуществлял медитации. Вот эта школа. Главной медитацией для Лопен Цечу была медитация на бодхисаттву сострадания по имени Ченрези, любящие глаза. Быть бодхисаттвой означает заботиться о других, не думая о себе, полностью посвятить себя благу всех. Бодхисаттвы сознательно откладывают свое собственное просветление, чтобы оставаться в мире и помогать его обитателям, умиротворять их, открывать им новые горизонты, вдохновлять своим примером, защищать от невзгод. Ченрези воплощает собой доброту и сочувствие всех Будд. Его любовь подобна солнцу. Оно дарит свет всем людям. В тибетском буддизме есть ламы, воплотившие в себе эти качества бодхисаттвы, любящие глаза. Лопен Цечу также тесно связан с этим бодхисаттвой. Одно из самых известных воплощений – это его святейшество Кармапа, другой учитель Лопен Цечу. Кармапа – глава Карма-Кагью. Это одна из четырех больших школ, которая входит сегодня в Карма-Камцан. А Лопен Цечу принадлежит к Другпа-Кагью. Это главная школа Бутана, школа огненного дракона. Лопен Цечу был представителем Кагью в Непале. Учение школы Кагью пришло в Тибет в XI веке. Название Кагью означает «школа устной передачи». Ранджунг Ригпе Дорджи был 16-м в линии кармап. Первый кармапа в XII веке основал в Тибете традицию тулку, сознательно перерождающихся лам. Кармапу называют царем йогинов Тибета. Созданная им школа Карма Кагью – это школа медитации, знаменитая своими йогинами на протяжении столетий, хранившими и передававшими друг другу опыт Махамудры – учение о единстве блаженства и пространства. Цечу Ринпоче заботился о Кармапе, сопровождая его в поездках, летая с ним на вертолете. А мы все время лезли в гору, пытаясь успеть за ними. С благословения Лопен Цечу Ринпоче Оли и Ханна Нидл стали учениками Кармапы. Его святейшество решил, что они необходимы ему для работы на Западе. Большую часть своей жизни Лопен Цечу прожил в долине Катманду. Благодаря ему буддизм в Непале укрепился и расцвел. По его инициативе строились монастыри, школы, мосты и больницы. Многие непальцы стали буддистами.
В окрестностях Катманду возвышается священный холм Нагарджуны, названный именем великого индийского ученого. Ринпоче любил приходить сюда медитировать. Вокруг Ринпоче все время были люди. Они обращались к нему за советом или благословением, просили поддержки. Случалось, что пешком приходили беженцы из Тибета, без денег, не зная языка. Он никому не отказывал в помощи. Лопин Цечу Ринпоче был сведущ во всех буддийских науках – философии, логике и космологии. Терпеливо и просто разъяснял он самые замысловатые аспекты учения. Если в долине начиналась засуха, Ринпоче уединялся на холме Нагарджуны, чтобы провести специальный ритуал. Он пребывал в медитации неделями, до тех пор, пока не проливался дождь. И только в 1986 году мы догадались пригласить его на Запад. Запад встретил ламу с огромным интересом и доверием. Однажды, когда Ринпоче с небольшой группой друзей летел в Венесуэлу, экипаж самолета попросил у него буддийское прибежище. Прямо в воздухе, на высоте 10 тысяч метров над Атлантическим океаном, весь экипаж в полном составе, выстроившись возле пилотской кабины, повторял эту древнюю фразу: «Принимаю прибежище в Будде, его учении и друзьях на пути». Со времен Будды тот, кто принимает прибежище, вступает на путь постижения истинной природы ума. Прибежище в буддизме объясняется как система ценностей. Главное из них – само пространство ума, в котором все явления, мысли и переживания появляются, играют, непрерывно меняясь, и исчезают, неотделимые от самого безграничного пространства. Вдохновленные пилоты благодарили ламу по-тибетски. Он приехал и оказался в нашей большой семье. Мы сказали ему: «Ты наш учитель, значит, ты и учитель наших учеников». К тому времени Оли Нидал стал ламой, первым европейским ламой Карма Кагью. По просьбе его святейшества Кармапы, Оли и Ханна основали десятки буддийских центров алмазного пути по всему миру, куда приезжал Лопин Цечу и без устали давал традиционные буддийские посвящения. Мэгги Ленард стала незаменимой помощницей Лопин Цечу. Ханна переводила с тибетского. Педро Гомес возглавил центр медитации в Кармагёне.
Согласно пророчествам традиции инков, это было написано в их книгах, придет один из их братьев из другой части света и изменит то, что называется нашим сознанием. Это будет первый контакт двух братьев. Это, видимо, должен был быть некий лама из родственного города Лхаса. Однажды, когда Лопин Цечу был в Куско, древней столице инков, с гор спустились два главных держателя традиции инков, чтобы принять прибежище у Ринпочи и провести церемонию обмена высшим знанием. Ринпоче обратил внимание на то, что одна из пещер в окрестностях Куско очень напоминает пещеру под Масамбхавы в Бутане. Лопин Цечу пришел к убеждению, что в древности йогины из Гималаев, обладавшие способностью летать, бывали в Куско и давали поучения. Вот откуда в древних книгах индейцев пророчество о встрече братьев. Такие необычайные способности, как левитация и власть над стихиями, буддисты развивают в себе благодаря медитации. Одним из величайших йогинов был Падмасамбхава, также известный как Гуру Ринпоче. В 8 веке он принес буддизм в Бутан. Самое ценное здесь – это статуя Гуру Ринпоче, которая по преданию может разговаривать. История рассказывает, что однажды было решено вынести статую из этого старого храма и перевести ее в другое место. Но статуя вдруг заговорила и сказала, что не хочет переезжать и останется здесь, и статую пришлось оставить на прежнем месте. На стенах старинная живопись, прекрасная мандала Будды Амитаюс. На потолке три аспекта долгой жизни – Будда Амитаюс, Намгьялма и Белая Тара. Здесь также Гуру Ринпоче с двумя главными супругами – Еши Цогал и Мандаравой.
монастырь – гнездо тигрицы в Бутане. По легенде, гуру Ринпоче однажды прилетел верхом на белой тигрице, в которую обратилась его супруга Ешецогел. Силой своей медитации они усмирили местных демонов и затем много лет учили буддизму. Гуру Ринпоче принес в Тибет и Бутан не монашеский буддизм, а йогическую традицию – тантру. Йогины и йогини обитали в лесах и пещерах, странствовали и вели свободный образ жизни, не скованные привычными нормами поведения. Единственное обязательство – поддерживать непрерывность медитации и чистоту взгляда. На протяжении всей своей жизни Лопин Цечу хранил связь с гуру Ринпоче и передавал другим его посвящение. Монастырь гнездится в расщелине над обрывом на высоте почти в километр над долиной. Сюда можно добраться лишь узкой, извилистой тропой. Кажется, в этом месте нарушены все законы гравитации. Мне кажется, что он излучение гуру Ринпоче. Он не говорил нам, что он перерождающийся лама, но это без сомнения так. Прежде всего, имя Цечу означает «десятый день». А десятый день лунного месяца – это день гуру Ринпоче. Многими качествами Лопин Цечу был на него похож, и умер он также в десятый день. У меня нет сомнений, что он излучение гуру Ринпоче. Последние 13 лет своей жизни Ринпоче особенно много времени посвящал западным ученикам и развитию буддизма на Западе. С каждым годом центров медитации и традиции карма-кагью в западных странах становилось все больше. Цечу Ринпоче вместе с ламой Олей и Ханной посетил многие из них, давая посвящения и поучения, вдохновляя людей. Помимо того, он начал строить ступы. В 1994 году была построена первая ступа в Велес-Малаге на юге Испании. В последующие годы появилось еще 18 ступ в разных странах, в том числе ступа просветления в Элисте, столице Калмыкии. Строительство ступ стало делом всех последних лет его жизни. Я много раз видел, как исполнялись его желания. Мы всегда говорим о двух видах чудес. Обычные чудеса, когда вы поднимаете в воздух предметы или делаете что-то невозможное, или появляетесь одновременно в двух местах, или еще что-то в том же духе. И все это он умел. Например, исчезал из комнаты, а вскоре снова там появлялся, хотя не выходил и не входил. Таких историй много. То, что мы с Ханной видели, было волшебством. Но самая важная способность не в том, чтобы играть с законами природы. Куда важнее способность, прикоснувшись к людским сердцам, вести их от страдания к радости, от черных мыслей к белым, от боли к счастью. Вот это действительно важно. И такие чудеса он являл нам каждый день. Во всем он был совершенно неповторим. Нам он был как отец. Thank you.
Он был совершенен во всем, трогал людские сердца. Просто замечательно, что он был с нами. Его мудрость, его доброта были бесконечно велики. Под конец жизни его сердце работало только на 20%. Любого другого человека это убило бы, но он продолжал путешествовать. И лишь тогда, когда активность сердца упала до 12%, он умер. Ринпоче скончался в Бангкоке 10 июня 2003 года. Вначале тело перевезли в Бутан. Проститься с Лопен Цечу и получить благословение приезжали многие люди из разных областей страны, из городов, отдаленных деревень и монастырей. В ноябре 2005 года бутанцы построили целый храмовый комплекс, посвященный Ринпоче. Открытие его было приурочено к освящению ступы с телом Ринпоче в Катманду. То, что находится внутри этого храма, самое драгоценное для меня и, возможно, для многих из вас. Это статуя Лопен Цечу Ринпоче, а рядом статуя Тысячерукого Чинрези. Его светлость господин Ябло, четыре дочери которого стали королевами Бутана, преданный ученик Цечу Ринпоче. Благодаря ему и появился этот комплекс. Это ступа или чортен, которую почтенный Ябло спроектировал и построил на свои средства. Эта ступа напоминает ступу Сваямбху. Сваямбху в Непале уникален тем, что внутри холма укрыта маленькая хрустальная ступа с реликвиями прошлого Будды. Вообще ступа – символ просветленного ума Будды, той истинной природы, которая присутствует во всех существах. Первые поучения о том, как строить ступы, дал сам Будда Шакьямуни. Благотворное влияние ступ неизмеримо. Всем, кто строит их, кто живет поблизости, кто выказывает им почтение, обходя кругом, медитирует около них, они дарят покой и счастье. В очертаниях ступы прослеживается богатейшая символика, отражающая строение Вселенной и основные качества ума. Внутрь ступ закладывают реликвии просветленных учителей, тексты, мантры, драгоценности, символы благополучия. Рабне, церемония освящения ступы, в которой покоится тело Лопен Цечу Ринпоче, состоялась в Катманду 23 ноября 2005 года. Она происходила в монастыре Санге Чолинг, построенном самим Ринпоче у подножья ступы Сваямбху. На церемонию съехались ученики Ринпоче со всего света. Thank you.
Цечи Ринпоче не как другие люди. Он бодхисаттва. У него было великое сочувствие. Он приносил огромную пользу. Он не проводил различий между маленькими людьми и богатыми, знатными людьми. И когда собиралось много людей, он просто раздавал. Это тебе, а это тебе. В последний день Рабне состоялась огненная пуджа. Суть этого ритуала – подношение даров разным Буддам, просветленным защитникам учения и местным энергиям. Все дары самых отменных качеств – злаки и мука, сладости, напитки, цветы, ароматные масла и благовония. И когда были какие-то встречи и подношения, он не говорил: «Мне нужно денег, мне нужна помощь». Нет, наоборот. «Спасибо, ничего не нужно дарить». Вот такое у него было качество. Великий ум, великое сочувствие. Бодхисаттва. Ламы и участники церемонии совершают и воображаемые подношения. Они представляют себе все самое лучшее и драгоценное, а затем бесконечно умножают все это и мысленно приносят в дар. Вещества черного цвета предназначены для непросветленных существ. А белые – для просветленных. Подношения бросают в огонь с пожеланиями всем счастья, мира и процветания. Во время церемонии очень часто появляются благоприятные знаки – радуги, падающие с неба цветы или кружащие орлы. Мы с Оле очень-очень благодарны Лопенсече Ринпоче. Он привел нас в буддизм. Познакомил с Кармапой. Он был лучшим примером учителя, который только можно себе представить. Мы видели, как он повлиял на наших друзей, испытывали целостное воздействие его активности. Мы просто очень ему благодарны. Нам бы хотелось, чтобы все его пожелания были исполнены. Он был полон желаний и обладал удивительной способностью их осуществлять. Мы работали вместе, как настоящая команда. Он так нас поддерживал, так помогал. Мы многим не нравились. Ведь я не монах, я мирянин. У меня насыщенные дни и счастливые ночи. Я не суперпример, что называют буддистской нравственностью. Я веселюсь, вожу машину быстрее положенного и тому подобное. Цель буддиста – просветление для блага всех существ. Западные буддисты традиции карма-каги вслед за своим учителем используют современные средства –
которые способствуют раскрытию потенциала ума и всякий раз убеждаются, что пространство есть радость. Он нас всегда защищал и говорил: «Они йогины, у них свой стиль, и пока они приносят благо людям, все отлично». Thank you.